Так, уважаемые коллеги, начнем работу. Слово предоставляем заместителю главы Луганской администрации. Пожалуйста. Виктор Дронович, уважаемое высокое собрание, уважаемые преподаватели, члены ученого совета. Мне сегодня выпала большая честь от имени главы администрации города Луганска поздравить с замечательным юбилеем вашего руководителя Виктора Дроновича Лябичева и передать самое теплое изменение, пожелать крепкого здоровья, поблагодарить за тот вклад личный Виктора Дроновича в развитие нашего старейшего вуза Луганского, мощного технического университета, который за протяжении столетия давал этому городу и всей Луганщине, и всей огромной стране высококлассных специалистов в самых разных специальностях, в которых так нуждается народное хозяйство на всех этапах восстановления общества, восстановления, в том числе и в нынешний период. И сегодня мы возлагаем надежды как на нашего замечательного юбиляра, так и на коллектив, который он возлагает, потому что живем мы с вами в очень серьезное время, и нам предстоит вместе повторить подвиг наших отцов и дедов послевоенного восстановления Луганщины. Ну и сейчас в связи с юбилеем я хочу передать слова поздравления от Манолиса Васильевича напрямую, зачитать адрес. Администрация города Луганска, Луганской Народной Республики сердечно поздравляет вас с юбилеем. Примите слова искренней благодарности за высокий профессионализм, компетентность, кропотливый труд, успехи в области образования и науки, активную жизненную позицию, присущую вам работоспособность, нацеленность на достижение конечного результата, способность принимать решения, стремление к созиданию, новаторству являются образцом для подражания. Вы возглавляете учреждение, которое остается неизменным флагманом образования города. Благодаря вам и вашему коллективу Государственное учреждение высшего профессионального образования Луганской Народной Республики, Луганский государственный университет имени Владимира Даля, занимает прочные позиции в образовательном, научном пространстве не только города Луганска, но и далеко за его пределами. А ваша неутомимая энергия, целеустремленность делают вашу активную общественную деятельность заметной и востребованной. Мы надеемся, что ваш многолетний опыт и неугасаемый огонь искренней преданности своему делу послужит дальнейшему развитию города Луганска и всей республики. Пусть все ваши планы непременно воплотятся в реальность. Будущее принесет успех и удовольствие от проделанной работы, и удача ярко освещает ваш жизненный путь. Искренне желаем вам сохранить на долгие годы молодость души и неиссякаемую энергию. Крепкого здоровья вам, мира, благополучия, с юбилеем. С уважением, глава администрации. И в знак, примите в этот адрес, и в знак ваших заслуг перед городом Луганском, примите награду, знак за заслуги перед Луганском 3-й степени. Это одна из наших лучших городских наград, вы ее заслужили, и вы по праву ее будете с гордостью носить. Я желаю вам успехов. Спасибо вам, в том числе и за мое второе высшее образование. Спасибо университету, поскольку сама являюсь выпускником магистратуры госуправления вашего университета. И считаю, что ваша кузница кадров нам еще даст очень много так необходимых нам людей. Спасибо за теплые слова. Но это слова и вот нашему трудовому коллективу, потому что благодаря вот только вот здесь сидящим и вот те, которые трудятся сейчас на своих рабочих местах, мы достигли вот такого успеха. Этот успех я разделяю со всеми, потому что без них я сам это ничего. А с ними мы, конечно, сделаем огромное-огромное дело, которое предстоит сделать. Вы это знаете, понимаете, что действительно наш вуз будет однозначно одним из самых-самых-самых. Ну и, безусловно, вот то, что мы запланировали вот в течение 2 лет сделать, вы это увидите своими глазами, я не буду об этом сейчас рассказывать. Но вуз должен быть, как и сказали, лучший из лучших, сильней вуза нашего не должно быть. Спасибо. Вы молодцы, спасибо вам всем, спасибо за то, что вы себя отдаете спасибо этому чудесному учреждению образования. Спасибо вам большое. Ну, вот такая программа. То разрешите у нас также Юрий Ильич, пожалуйста. У него день рождения, он скромный.
Разрешите поздравить вас от всего коллектива и вручить вам эти прекрасные цветы. И мы надеемся, что на этом своем поприще вы военную кафедру подняли на такой высокий уровень, потому что она одна из самых лучших военных кафедр нашей республики. Спасибо вам за это. Спасибо большое.